вот так ходишь по выставке, встречаешь замечательных людей, которые дарят тебе подарки. Ребят, правда, что заморачиваться? Сел и поехал. Паш, здравствуйте, спасибо вам огромное за книги. Ну расскажите нам, что это, о чем это? Знаете, на самом деле идея «Сел и поехал» начать писать книги была еще после самой такой первой поездки «Большой Петербург-Владивосток». Хотелось просто рассказать людям, что путешествие это достаточно просто и понятно. Сел и поехал. Главное подготовиться по времени и по финансам. И я начал как бы свой опыт просто передавать людям. Первая книга – это «Петербург-Владивосток», вторая – это «Путешествие по Кавказу», третья книга – это «Американская история 16 тысяч километров по Америке, 27 штатов», четвертая книга – это «Поездка по Центральной Азии в Афганистан, на Памир, Киргизия, Таджикистан». Жалко, книжки этой нет, я бы вам с удовольствием подарил. И пятая книга, такая достаточно тоже серьезная, «Крым-Донбасс», «Израиль-Ван». Ну, как бы это что касаемо книг. Также в этом году мы прокатились в Магадан, сняли хороший документальный фильм. Съемочную группу вез мой родной папа, отец. И знаете, вот это была крутая история. Взять, вытащить своего родного отца в 63 года, показать всю страну, снять кино про это, документальный фильм. И вот приходите 10 февраля в Петербурге в кинотеатре «Аврора». Мы этот фильм будем презентовать и вообще будем проводить кинофестиваль. Друзья, запомнили, после Нового года все дружно приходим в себя, берем билеты в Питер. 10 февраля едем в Питер на премьеру замечательного мотоциклетного кино. Я скажу, что замечательного мотоциклетного кино сейчас, к сожалению, очень мало, поэтому обязательно нужно приехать и посмотреть. С чем вы к нам приехали? Мы как раз презентуем кинофестиваль «Сел и поехал». Также мы презентуем колл-центр помощи мототуристам. Мы запустили буквально в прошлом году колл-центр, и в этом году помогли уже где-то около 70 человек. Кто-то сломался в Тбилиси, кто-то сломался в Уссурийске, кто-то сломался в Хабаровске, в Иркутске. Наша задача – решить эту проблему. У меня сидит диспетчер и 24 часа в сутки отвечает людям на какие-то проблемы. Мы находим эвакуатор, мы находим сервис, мы находим запчасти и удаленно начинаем отправлять. То есть наша... Ребят, запишите, посмотрите, подходите, потому что помощь в дороге – это очень важно. Вы молодцы, потому что идея замечательная. Люди попадают в аварии, в какие-то тяжелые ситуации и буквально не знают, к кому обратиться. Поэтому подходите к стенду «Сел и поехал». Паша вам все расскажет. Берите номера телефонов, забивайте в свои мобильные, потому что если мы не будем помогать друг другу, то кто же поможет нам? Спасибо вам большое, хорошей вам выставки. «Сел и поехал», ребят.